Привет, ребята! Неужели это наконец-то происходит? Я снимаю свое первое полноценное видео спустя сколько месяцев? 3 месяца! И сегодня будет такое нестандартное видео для моего канала. Вообще, кто следит за моим инстаграмом, я думаю, вы заметили, что в последнее время я подсела на парики. Это настолько весело, особенно с тем, как я люблю там наряжаться в разных, например, героев. И так как сейчас у меня короткие волосы, я даю им немножко передышку, то именно вот эта вот моя любовь к изменениям волос, она немножко утихла, потому что теперь у меня есть парики. У меня здесь, ой, целая коробка париков с сайта Week Today. И у меня, в общем, несколько таких интересных моделей, поэтому хочу вам примерить их на камеру, показать, рассказать. Вообще, это настолько весело, так что надеюсь, вам понравится. Все парики у меня синтетические. Вообще хочу сказать, что реально я уже успела все померить, когда они мне еще пришли, но у меня есть идеи разных там, скажем так, фотографий для разных образов. Поэтому будет это все тоже обязательно в инстаграме. Как раз в течение всех этих недель, что будут следовать. Я была на самом деле очень приятно удивлена, потому что до этого я вообще, по-моему, ни разу не надевала парики, какие-то цветные или синтетические. У меня всегда были, знаете, такие ассоциации с париками, что это что-то такое супер дешевое, страшное, из каких-то там магазинов, типа все для Хэллоуин, но оказалось, в общем-то, не так. Каждый парик идет запакован в сеточку, здесь тоже такая форма держит, и также есть специальная вот такая вот как сетка для волос. Вам просто нужно максимально попробовать прилизать как бы волосы, надеть сеточку, и потом можно начать мерить парики. Начну с вот этого вот веселого, такой вот черно-розовый сплит. Конечно, такой парик, именно мой выбор, был полностью обоснован тем, насколько мне нравится творчество художника Ariel80s в инстаграме, и вообще очень-очень няшно, поэтому да, это как бы... в честь него, в честь его арта, чтобы почувствовать себя тоже немножко ближе к ним и делать какие-то интересные фотографии. Ой, ой, сеточка ко мне приклеилась. Вот такой вот чепчик, тоже как вам правильно показать, как надевать чепчик, вы его растягиваете. Это, конечно, немножко не очень, скажем так, красиво, но это необходимо. Надеваете на волосы. Я сразу как какая-то, это, знаете, из столовки куховарка. Париков вот такая вот, они все одинаковые внутри. Вот такая вот, скажем так, сердцевина. Есть специальные еще резиночки, которые регулируют, чтобы на голову все хорошо натянулось. Так, тут главное просто правильно натянуть. Теперь. Да, мои бубоны по бокам не сильно, конечно, помогают делу. Здесь однозначно на мое лицо нужно бы подстричь немножко саму челку, но ничего, можно ее так на бок. Посмотрите на эту красоту и густоту. Вообще, насколько я удивлена, что вот такая цена на парики низкая, что они синтетические, но у них настолько много волос, ну просто это вообще нереальный кайф. Да, я, конечно же, здесь сижу в своих пижамных штанах, потому что... знаете, все блогеры такие. По-моему, кайф. В любом случае можно добавлять какие-то аксессуары, например. Совсем мило, смотрите, Нека девочка, Нека кошечка. По-моему, очень няшно. Парик номер 2. Вообще совсем не похоже на меня, хотя у меня были раньше серые волосы, но этот парик, как вы видите, он немножко волнистый, тоже с челкой, здесь тоже есть прям такие волны, немножко как укороченная, очень тоже длинные волосы. В этом парике я уже делала тоже фотографии в образе Нека. В целом, когда я увидела этот парик, я его захотела, потому что я хотела такой типа образ эльфийки, вот как раз под такие ушки, и еще жду набор, так что да, тоже будут милые фотографии. Мне очень нравятся эти кудри, он такой прям, конечно, можно абсолютно и в Лолита стайл, кто любит прям косплей. Я, в принципе, аниме не смотрю, только там
смотрела олдскульное аниме. Кто рос в 90-х, знает, да? Вообще сделать, например, два хвостика, мне кажется, будет супер-супер милашно даже для образа какой-то куклы. Следующий парик называется «Если я хочу себя чувствовать такой, типа, взрослой, гламурной девочкой», то этот парик как раз для него. Мне почему-то захотелось, вот просто если для чего-то длинные, обычные, скажем так, волосы обычного цвета, то есть под какие-то черные платья, я уже примеряла просто под свое облегающее черное длинное платье, и оно как-то настолько... Вот в стиле «я нахожусь на похоронах у своего богатого итальянского мужа», либо вот что-то в стиле Моники Белуччи, наверное, из-за вот этих вот таких кудрей, очень тоже плотные, красивые, хоть и синтетические волосы, настолько много волос, по-моему, прям тоже очень клево. Вот под этот прям ничего не хочется добавлять. Вот просто выглядеть роскошно и дорого, и обязательно покуривая какую-то сигарету, не знаю. Мне почему-то... Вот мне настолько нравится примерять парики, потому что можно себя чувствовать как-то другим человеком или приписывать себе какие-то вот другие характеры. Здесь тоже нужно бы мне подстричь челку, просто потому что у меня какая-то маленькая голова или короткий лоб. Последний парик, наверное, вообще мой фаворит. Сейчас поймете почему. Вуаля! Не знаю, насколько здесь много людей из тех, кто меня смотрит еще с моих времен длинных рыжих волос. На самом деле у меня полный краш, можно даже так сказать. И полноценная влюбленность к рыжим волосам. Я не знаю вообще, что это за магия такая. Но мне очень сильно нравятся рыжие волосы. И, конечно, под это нужно бы немножко... другой макияж, больше цветов лицу добавить, поправить все правильно, другой наряд. Но этот парик прям мой фаворит. Здесь настолько тоже длинные волосы, волнистые. И с этим образом мне прям хочется быть одной из невест Дракулы. Вот хочется быть вампиршей в таком тоже секси платье, с томным взглядом. Это просто любовь. Вот это просто любовь, и тоже хочу сделать красивые фотографии, придумать наряд, тем более скоро у меня будет фотосессия, так что у меня вообще идея сделать, например, фотографии в этом парике и с каким-то интересным нарядом, чтобы вот осталось на память. Ссылки все будут внизу, скидка по коду тоже будет внизу, и да, подписывайтесь на мой инстаграм, если вы еще не подписаны, потому что там буду добавлять и в сторис, наверное, будут новые посты именно со стилизацией вот этих вот всех париков, чтобы все было прикольно. Смотрите, просто уже вот так вот становишься, хочешь делать фотографию какую-то. Расскажите мне, как вы относитесь к парикам, меряли ли когда-то, возможно, у вас тоже есть коллекция вообще, какие ваши любимые. Я так думала, типа, может быть, какие-то скоре себе заказать, но это было бы глупо, так как у меня сейчас и так короткие волосы, то есть хотелось бы экспериментировать с супер-супер длинными и волнистыми. Все, ребята, не скучайте, спасибо всем, кто ждал видео, надеюсь, что вам понравился тоже последний влог, если вы не видели, тоже будет где-то ссылочка внизу или в любом случае в конечной заставке. Всех целую, пока-пока!